Мальчик Пресли в своей прежней жизни был фараоном в Древнем Египте. Теперь злой волшебник по имени Скараб охотится за Пресли днем и ночью. У Пресли есть мумии, пришедшие из древности, из 1525 года до нашей эры. Они охраняют жизнь нового Рапсеса. Ожившие мумии. Потеря лица. Автор сценария Мэтью Идденс. Ювелирные изделия. Beautiful. Великолепно. Так хотелось хоть раз хорошенько выспаться. Ты проспал больше 3000 лет. Тебе этого мало? Да, мне нужно выспаться. Нефертина, в музее тревога. Почему она не выходит? Сейчас узнаем. Где она? Видно, укатила в какое-нибудь тихое местечко вроде главного шоссе. Где бы она ни была, медлить нельзя. Помоги мне, сила Ра! Не хотел бы я оказаться на месте Нефертины, когда она будет объяснять Джакалу, где она была. Помоги нам, сила Ра! Как всегда, не опоздали. Ничто не помешает моему плану в отношении тебя, мой драгоценный. Брось камешек, Скараб. Нехорошо брать чужие вещи. Разберитесь с ними. В наши дни помощи не дождешься. Скараб, для чего тебе бриллиант? Сдавайся и отдай его мне. Просто бриллиантовое предложение. Он уходит. Возвращаемся к сфинксу, пока не поздно. Ты видел? Это те самые мумии, они настоящие. Какие мумии? Я ничего не видел. Но они были здесь, я видел. Ты поел несвежих пончиков. Пошли проверим, что там в музее. Я, пожалуй, начну с буфета. Но я их видел, правда. Кто-нибудь претендует на остатки пиццы? От стычек со Скарабом у меня разыгрывается аппетит. Он у тебя никогда не спит. В таком большом бриллианте наверняка кроется магическая сила. Но какого она рода? Скараб не смог бы убежать, если бы Нефертина была с нами. Где же она? Эй, приветствую тебя, красотка! Мы раньше не встречались? Нет, я бы тебя запомнила. Я вообще никого здесь не знаю. Такой очаровательной крошке не пристало быть одной. Давай повыбиваем пыль из этого пола. Почему я должна выбивать пыль? Шутница, ты же знаешь, о чем я. Потанцуем? Нет. На меня будут глазеть люди. Не будут. Тебя здесь никто не заметит. Нет. Мне и правда пора. Красавица. Держу пари, ты знаменитость, поэтому и прячешь свое лицо. Не все так просто.
Боже, ты вся забинтована! Так как насчет моего предложения? Всего один танец. Прошу, ну прошу, чего ты? Посмотрим. Пропажа колес, пропажа собаки. А, нашел. Пропажа алмазов. Привет, ребята. Где ты была? Нам тебя не хватало. Я так волновался, что даже не мог есть. Я просто хотела немного развлечься. Это ведь не запрещено, правда? Да, если это не мешает нашим обязанностям. Ночью Скарб украл из музея бриллиант. Мы могли бы остановить его, если бы ты была с нами. Простите. Но я хочу жить полной жизнью. Замолчите, пожалуйста. Я пытаюсь собраться с мыслями. Укажи нам путь к камню, который сверкает, как звезда. Алмазная пыль сделает мое лицо молодым и красивым. И что ты будешь с ней делать? Бросать в глаза людям? Нет, пыль — это последняя составляющая зелья, которое я нанесу на лицо. В рекламе кремов тоже говорят, вы станете выглядеть моложе. Но результат один — жирная наволочка. Когда я закончу с этим алмазом, возможно, превращу тебя в карандаш. Наконец-то я стану молодым и красивым. Не раньше, чем у крокодила вырастут крылья, Скарб. Отдай бриллиант. Вы опоздали. Мы бы пришли пораньше, если бы не заходили во все ювелирные магазины. Это было отличное заклятие. Шапти, уничтожьте их! Ненавижу бегать, но я опаздываю на сеанс красоты. Настало время задать им. Я его остановлю. Мое зелье! Ребята, помогите! Здесь темно, как в склепе. Мое зелье. Да разве ей нужно быть молодой и красивой? Она же мумия. Молодые тратят юность зря. Не могу снять. Держись, Нефертина. Это ты, Арман. Хватит бездельничать. Освободите меня. Все мои планы утекли, как вода. Бесполезно плакать над разлитым. Позвольте мне. Невероятно. Что? Что? Что ты сделала со своими волосами? Очень смешно. Она стала на 3000 лет моложе. Нет, я придумал одно заклинание. Мне нужно его записать, пока не забыл. Джакал, я проголодался и решил немного перекусить. Вот и все. Да, пойду. Хм.
Ред, Арман, я просто что-то услышал и подумал, что... Ладно, ладно, просто я не могу этого объяснить. Мне захотелось увидеть лицо Нефертины. Мы знаем, мы почувствовали то же самое. Произошло нечто магическое, и, возможно, причиной этого стал алмаз, который украл Скараб. Она ушла. Хотелось бы и мне так веселиться. Потанцуем? Прости. В следующий раз. Подожди. Я хотела сказать, если только один танец. Что в этом плохого? Эй, рассмотри ее внимательно, такая страшная женщина. Страшнее всех, каких я знал когда-то. С чего ты взял? Ее лица даже не видно. Смотри. Нет! Ты самая прекрасная женщина, которую я видел в жизни. Страшная! Проверь свои очки, она великолепна! Привет, я из модельного агентства FED. Я написала на этой салфетке текст вашего контракта. Вы должны его подписать. Премьера. Нефертина, 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 куда ни посмотри, всюду Нефертина. Это несправедливо и нестерпимо. Всюду Нефертина. Выше нос. Все, что тебе нужно, это найти Нефертину, и ты вернешь свое зелье. С таким лицом найти ее будет нетрудно. Добро пожаловать на шоу «Жизнь тех, кто неожиданно стал знаменит». Сегодня у нас в гостях Нефертина, новоявленная звезда модельного бизнеса. Но у нее не только прелестное личико, она оказалась талантливой модельершей и ввела в моду забинтованный стиль, после чего в магазинах раскупили все бинты. Вот почему ее так долго нет. Вернись домой, мы скучаем по тебе. Она меня не слышит. Я не считаю моду на бинты своей заслугой. Просто однажды я проснулась и увидела, что забинтована. Красиво и скромно. Нефертина, первая красавица мира. Наверняка это из-за зелья, которое приготовил Скараб. Значит, он станет ее разыскивать. Агентство моделей FED. Это Рэй Сфинкс из журнала Bug. Я бы хотел сделать серию фотографий Нефертины. У нее такое красивое лицо. Это просто магия. Она так красива, что я жду не дождусь, когда я ее щелкну. Этот адрес мне дали в фан-клубе Нефертины. Мы должны уговорить ее вернуться в Сфинкса. Без нее он перестал быть дома. Я пойду один. Постараюсь незаметно проскользнуть. Ты друг Нефертины? Ты ее брат? Или парень?
Невертина, это настоящее имя? Почему вы убегаете? Эй, подождите! Подождите, еще один вопрос. Лучше каждый день сражаться со Скарабом и Шапти. Я понимаю, что вы очень щедры, но я не хочу перекрывать себе кислород. Ведь есть много других студий. Нефертина. Джакал? Что? Нет-нет. Пришел человек, с которым я раньше работала. Чао, дорогой. Что ты здесь делаешь? Я пришел забрать тебя домой. А я дома. Знаешь, сколько лет я этого ждала? Музыка, танцы, встречи с новыми людьми. Впервые за 3000 лет я получаю удовольствие от жизни, Джакал. Ты знаешь, что такое удовольствие? Твое лицо повсюду, в журналах, на афишах, в волшебной коробке. Скараб запросто тебя найдет. Игра стоит свеч. Это мой шанс пожить нормальной жизнью. Нефертина, лимузин подан. Тебе пора ехать на студию. Это даже лучше, чем нормальная жизнь. Ты должна жить с нами. Ты забыла о своих обязательствах перед принцем Рапсесом. И как же Ред и Арман? Ты нужна им и мне. Я опаздываю к фотографу. Закрой за собой окно, когда будешь уходить. Удачи, Нефертина. Нефертина, дорогая, ты просто очаровательна. Я так долго ждал этой минуты. А это обязательно? Здесь великолепное освещение. Жидкий металл дает прекрасные отблески. 2000 градусов. От этого твоя кожа засверкает, как бриллиант. Скараб! Помоги мне, сила Ра! Ты очень умна, Нефертина, но я все равно верну свою алмазную пыль. Взять ее! Лучше бы ты сделал зелье, придающее силы, Скараб. Изнутри ты навсегда останешься уродливым и мерзким. Это правда, но, по крайней мере, я буду хорошо выглядеть. Говорят, красота не вечна. В твоем случае это очень верно. Нет. Нет! Нет! Кто сказал, что быть моделью легко? Как я рада тебя видеть! Взять их! Прыгай, Скараб, поиграем! У меня от него портится настроение. Все еще хочешь жить без нас? Ты шутишь. Огни софитов оказались горячее, чем я ожидала. Мы снова стали одной командой. Простите, но я сматываюсь. С возвращением, Нефертина. Мы скучали по тебе. Спасибо, я тоже скучала.
Похоже, я позволила своему лицу взять верх над разумом. И, кажется, избыток внимания заставил меня забыть о моих друзьях. Мне нравилась та жизнь. Но недолго. Это же Нефертина! Да, я узнал ее! О ней ходит столько слухов. Ладно, пора с этим кончать. Мама пользуется этим, когда снимает косметику. А Ред еще что-то добавил. Чтобы нейтрализовать зелье скараба. Больше я никогда не поменяю свое лицо. Продюсер и режиссер Сет Керсли. Композитор Джон Кэмпбелл. Автор идеи Марк Иденс. Русский закадровый перевод выполнен студией Fortuna Film. From 1545 BC, he has the mummies. Protection for the Pharaoh T, he has the mummies. They're hanging by the western gate, he has the mummies. They're gonna save the world today, the Egyptian way. The mummies alive.